Привет, я Андрей Глазунов, а это супергрузовик Boardway с суперэкранами за 12 миллионов рублей. Я уверен, что вы еще не видели обзоры на такой агрегат, поэтому, пожалуйста, проверьте подписку на мой канал и включите все уведомления, чтобы не пропустить следующее не менее интересное видео. Ну а теперь о тачке. Это когда-то в прошлом обычный грузовичок Isuzu стоимостью 3 миллиона рублей. В кабине здесь 2 места. Поместиться может, конечно же, и 3 человека, но будет не так удобно, а вдвоем здесь кайфово. Сиденья мягкие, в ногах места хватает, как и над головой. За рулем я себя чувствую, как дух экстаза на капоте Rolls-Royce, потому что сижу прям на краю. Кстати, обзор на Rolls-Royce можете посмотреть у меня на канале. Обшивка приятная на ощупь и в целом сделана неплохо. Кабина, кстати, изначально была белой, ее перекрасили в фиолетовый цвет, это цвета бренда, и наклеили зеленую пленочку. Руль здесь как баранка, и он практически в горизонте. Прикольно. Еще тут есть кондиционер, вместительный бардачок и большие двери со ступенькой для удобства вылазни. Кстати, дверь открывается аж на 90 градусов. Удобно. Зеркала здесь тоже здоровенные. Ну а под капотом здесь... Нет, не здесь. А вот здесь, под кабиной, расположился мотор на 3 литра, который выдает 124 силы. И с нуля до сотни он разгоняется за 17 секунд. Про максималку, пожалуй, не буду говорить. Если тачка будет ехать вперед, то никакого звука вы не услышите. Ну, разве что звук работающего дизелька. А если машина будет сдавать задним ходом, она будет издавать такой звук. Прикольно. Бак здесь вмещает 75 литров и хватает этого примерно на 700 километров. Но зависит от ряда факторов. Кстати, топливный насос здесь с подогревом, и это на руку в зимнюю эксплуатацию. К слову о зиме, здесь задний привод, и это значит, что зимой можно подрифтить, но лучше не нужно. А клиренс здесь 190 миллиметров, и машина проедет практически везде. А внимательные могли заметить, что вся нижняя часть окрашена в черный цвет. Это для того, чтобы не отвлекать внимание от главного, от экрана. Здесь их аж 3, и общая площадь составляет 21 квадратный метр, и стык между ними практически не виден, поэтому можно создавать эффект 3D. Выглядит залипательно. Боковые экраны размером 4.2 на 2 метра, а задний квадратный 2 на 2 метра. И есть прикольная особенность, на него можно вывести то, что показывает GoPro, установленное на лобовом стекле, то есть... То, что находится спереди, это, кстати, удобно было бы установить на каждую фуру. Их было бы намного проще обгонять. Согласны или нет? Пишите снизу. Пикселей здесь очень много, аж 786 тысяч. Их настолько много, и они настолько яркие, что тачку можно использовать как фонарик. Зацените! Прикольно, да? И у вас, наверное, появился вопрос, а что если пойдет дождь, снег и будет минус 20? Ничего, тачка может работать в диапазоне от минус 40 до плюс 40, и это проверено. И эта тачка поддерживает абсолютно любые форматы. Знаете почему? Да потому что управление осуществляется через этот компьютер. Вставляете флешку и перекидываете что угодно. И я могу сказать даже больше. К этой машине можно подключить Apple TV, транслировать все что угодно с айфона, или подключить PlayStation и рубиться в игры. Это круто. Может устроить как-нибудь вечерок? Что скажете? Еще здесь установлено аж 3 киловатта музыки. И чтобы вы понимали, насколько это много, я сейчас отойду. Если что, мы в 100 метрах от этого фургона, его слышно. Это, кстати, мой трек, и вы его можете послушать на всех площадках. Ну, а теперь о тачке. Помимо обычных видосов, здесь можно смотреть онлайн-трансляции. То есть, где-то установить камеру, подключить ее к этой тачке и смотреть, что происходит. Это круто. А также можно подключить коптер и смотреть, куда он улетел. А еще тут есть 16-канальный микшер. То есть, можно подключить кучу микрофонов, разные музыкальные инструменты и устроить концерт. Я бы устроил. Работает вся эта кухня от гибридной установки, которая находится внутри кузова. И выглядит внутри это все как какая-то штаб-квартира ФБР. Залезть, кстати, сюда не очень легко. И встречает вас шест. Ладно, шучу, это просто фиксатор, который закрывает всю эту выкатную конструкцию. А это, собственно, сердце тачки, гибридная силовая установка. Она может автономно проработать примерно 3 часа чисто на электроэнергии. А если подключить дизельный генератор, то может целые сутки молотить. Ну а если ее подключить к сети общего пользования, то бесконечно. Ну и напоследок, всего на сегодняшний день в России таких 3 машины, и несколько находятся
производстве. И каждую из этих машин друг с другом можно объединить в единую медиасеть и транслировать что-то одно. Прикольно. А еще на нем можно смотреть мои видосики, ну и, конечно же, не только мои. Прикольно, да? Как в кинотеатре. Что бы вы транслировали на этом фургончике, напишите свои варианты снизу в комментариях. Самые лучшие я репостну к себе в Инстаграм. Ну а с вами был Андрей Глазунов и фургон Boardway. Спасибо за просмотр и пока!